Здравствуйте, мои дорогие Алёшенька и Ксюшенька. Я вот иду ночью, потому что, вот так получилось. Я после школы пришел, пообедал, как положено, потому что время было. Ну и разморило после этого. Я поспал хорошо, но что-то много поспал, потому что вот сейчас уже 00:08, то есть я среди полночи, так сказать, вот то, о чем я, собственно, и говорил вам, да, вот в это священное время ночное, оно священное, нам там говорят, вот там занимаются колдовством и прочее, а это время зарядки нашего аккумулятора. Мы устали, мы за день, там же тоже такой же цикл. И вот с 12 ночи начинается зарядка. И я вот сейчас шел по ночному Фленсбургу. Шел я и иду, конечно. Но что интересно, что машина стоит такая новенькая, красивая. Там гаражи, так вдали я их не хотел снимать, но они все равно никуда не делись. Вот, из кадра не вышли. И на переднем плане что? Розы. Прекрасные розы. То есть у нас климат, видите, какой хороший, что цветы очень хорошо себя чувствуют сейчас. И можно найти вот такой контраст между живым А-канал, да, и неживым, рукотворным У-канал. Я подумал, насколько большая пропасть между этими двумя явлениями, естественным явлением, божественным, то есть созданием Бога. Ну, что вот он есть, это ясно, что я вам рассказывал же, что если он там на хамелеоне изобразил женщину, и там ее четко можно увидеть, и так далее. У него много таких вот конкретных, четких своих значков на всех зверях. Он это делает. И если он это делает, значит, он владеет, настолько способами украшения живого или даже маркировки его, понимаете? Вот на хамелеоне изобразить женщину, как это? Или там на лягушке еще одну женщину. И там, причем их много, только там надо под разными углами смотреть. Это очень хитроумно сделано, и надо обладать каким-то стереоскопическим мышлением, чтобы все заметить варианты. Но там их не однозначность какая-то представлена, а именно многозначность выражена
фигур, спрятанных там и так далее. Ну, как бы регбусы, как говорил Райкин, регбус, кроссворд. Вот, это вот есть. Так что ребусы, ребусы Бога, они потрясающие. И он играет, вот буквально играет с нами где-то, занимается творчеством своим, новые виды продолжает создавать. А мы тут мелим, так сказать, наши ментальные какие-то накопления, встряхиваем с них пыль, пытаемся их как-то приладить к системе мира, которую мы все снова и снова пытаемся создать. Ну вот с планетами мне очень понравилось, что я действительно нашел 12 планет Солнечной системы. И сегодня, ребята, мне попался материал, где просто-напросто об этих же планетах говорится. Это вот надо же, как подобное тянется к подобному. Ну вот раз, и тоже об этом, о Прозерпине там, ну, особенно, конечно, о Нибиру. И вот эти вот нибирианцы, это захватчики планеты, это сразу негативное начало. Ну и вот библейство, все это их помощники. Ну, ясно, что я напал на галимый антисемитизм. Но вообще настолько все стройно, вот Ваал, тот, которого они проклинали-то, евреи, что вот, мол, это язычество, и, ну и в Ветхом Завете это же делается, там вообще крепко это все, борьба идет между... вот Ваал – это коренной бог, который, ну, другими словами, связан с русскими богами. Вот, это то же самое, там вся эта когорта Сварог, Лада и все-все-все они, вот, кончая Макошью. А вот у нас Макшеев, представляете, в училище, и вот не надо, что называется, далеко ходить, чтобы увидеть следы нашей мифологии, фамилии Макош, а он Макшеев. Ясно? Все. Однокоренные слова. Вот. Ну, а я сегодня вот дальше ищу, потому что я вижу, вот вижу, что цикличность у китайцев настолько изощренная и многообразная. Вот посмотрите, вот есть нормальная двенадцатеричная цикличность, да? Вот в этих вот зодиаках восточных. Ну, понимаете, что зодиак по году. А есть цикличность пятеричная. Это же совершенно другое деление. Нетрадиционное деление. Вот представьте, что год – это для них целая нота. А они написали в такте, значит, квинтоль. То есть такая скобка сверху и пятерочка цифра стоит. И они написали вместо четырех четвертей обычных в такте, пять четвертей под этой скобочкой сверху, и над скобочкой стоит цифра 5. Вот у них квинтольность. Видите? Ну, чтобы вот так вот опять прийти к какому-то очень вескому результату, на это способны только китайцы. То есть, ну, а у них другие виды цикличности тоже есть. Помните, я вам говорил об этих вот 8 основных функциях, где, так сказать, цикл описывался через чередование, там, помните, сянь и прочие вот такие функции, это же тоже целая теория, там участвуют 8 функций, которые описывают цикл замкнутый. Вот, и очень тоже это логично. А потом у них есть гексаграммы. Да, уже здесь 6 число фигурирует. То есть они пользуются всеми видами, ну, такими более-менее близкими нам,
видами цикличности, включая очень необычные, как пятиричная цикличность или пятиэлементная цикличность. И мы спокойно это принимаем и пользуемся ей, потому что мы анализируем год, последнюю цифру года, и по ней определяем характер человека. И все в порядке. Мы находим правду. Помните, я там корректировал кое-что в описании, и ты, Алешенька, сказал, что да, это вот еще как-то точнее. Ну, то есть все нормально с этими видами всеми цикличности, и китайцы не однобоки, где только вот 12, 12, 12. А у них что угодно еще есть. И опять фазы, которые в целом описывают что? Начало, развитие и конец. То есть вот эти три элемента процесса, у них они все равно есть. Ну и простейшим как бы вот этим вот видом цикличности является чередование состояний А и У. Помните, триада мантральная АУМ, она вот дает нам А и У, два разных состояния. И А — это нечто живое, прекрасное, связанное с любовью. А У — это, наоборот, искусственное уже и материальное, и вот то, что пощупать можно, и конкретное. Да, и вот как раз вот в моем снимке, где розы и машина, это настолько сочетается, эти два чуждых, так сказать, вида А и У, А — розы живое, и У, так сказать, машина, плод рук и ума человека, они вместе. И это простейший цикл, где две фазы как противопоставление. Вот, и А — вот такой живой процесс, ну, как бы, понимаете, он сам по себе за счет своих внутренних сил идет. Его можно сравнить с первой фазой, не фазой даже, а половиной. Вот, с первой половиной нашего 12-элементного цикла, да, с первыми шестью знаками от 0 до 5. То есть это нечто естественное, как рост. Ну и даже, может быть, это будет как бы вот то же самое, что постепенное увядание живого, а в самом начале кульминация — вершина. Вот есть понятие такое в теории музыки — кульминация, вершина. С ней начинается, с кульминации, ну, допустим, ария Ленского: «Что день грядущий мне готовит?» Да, вот это вот сверху идет мелодия и понижается. И вот такие вещи у Чайковского, они очень часто, когда он начинает сверху, с надрыва, и расходует вот данную энергию. Ну, поэтому я вам говорю, что то, что я открыл, что вот задано вот это вот начало высшее, да, вот ноль, стрелец, а потом расходуется. Это вот, пожалуйста, можно даже на уровне определенных художников увидеть как типологическая фигура выражения. Вот кульминация, вершина и движение мелодии вниз. Это действительно типично для Чайковского очень. Ну, что я еще хотел сказать? Значит, вот простейшее сокращение цикла до двух элементов – А и У. Вот всегда надо до простейшего сокращать, тогда мы разберемся, как устроен мир. Мы как бы вот основы нащупали — А и Б, сидели на трубе, а тут А и У.
Видите, и начинается любая цивилизация как живая, да, а вторая половина, вот эта паразитарная-то, это уже не живая, это у. Уже человек до такого дошел развития или общества, что оно создает кунстштюки, как бы. Ну, я имею в виду приборы, которые помогают там чуть ли не летать по воздуху. Это вторая половина, когда искусственно руками человека создается новая реальность. У. И целые могут быть подводные миры. Это в будущем запланировано, понимаете, чтобы вот город подводный был, его рассчитают. Герметичность там, все. Очень, конечно, непросто и рискованно, я понимаю, но все, что создано человеком, это работает до сих пор. Эти вот подводные лодки, допустим, вроде как по сравнению с тем, что я сказал, это прообразы, но вот их разовьют до подводных городов. И этот город будет сообщаться с морем, там, и с верхом, так сказать, поверхностью. И все это будет продумано так, чтобы не погибнуть человечеству в этом замкнутом подводном корабле. Понимаете? Это вот уже творение У. И до него дойти можно. Или там, скажем, космическая станция, и на станции живут люди. Это что же У? Вот такое вот уже производное от начала культуры, которая шла от начала единения с природой. Человек пользовался плодами, ну, во-первых, конечно, с деревьев, а во-вторых, постепенно осваивал животный мир и пользовался и теми плодами. И вот он развивался на естественной основе, и во второй половине цивилизации он уже на искусственной основе стал развиваться. Понимаете, то есть это логический принцип развития. Да, вот этот первый полупериод естественный, второй искусственный, и вот цивилизация все-таки приходит к своему концу, потому что искусственный период, он уже сам за себя как бы говорит, что он искусственный, и если естественное продлевает свое бытие путем повторения, нового рождения, то неживое не может себя воссоздавать. Хотя вот пытаются люди кибернетические самовоспроизводящие системы тоже делать, чтобы они сами, понимаете, делали себе подобных из каких-то источников, брали бы все, что надо, и конструировали новых, так сказать, помощников человеку. То есть кибернетическая система, в принципе, возможна, воспроизводящая. И к этому стремятся. Ну, конечно, представьте, какие-нибудь страшные роботы, и они себя бы еще и делали снова. Сами себя бы делали. И так бы они размножались, и если какая-то злая воля бы их запрограммировала, они были бы устрашителями человечества, и их было бы все больше и больше. Но это только в кошмарном сне можно увидеть. Но я думаю, что во Вселенной уже много раз были такие сопоставления живого, человеческого, допустим, потому что есть другие существа где-то в других там мирах, и неживого, созданного, автоматического, но тоже уже могущего продлевать как бы свое видовое начало путем создания еще подобных себе. Вот. Там другие принципы, там другое все.
это тебе не ДНК и не РНК и не, так сказать, вот это все, что сделано настолько загадочно и удивляет нас, но все-таки аналог есть. У Станислава Лема тоже есть рассказы такого типа, что вот там, допустим, неживое, может быть, двух типов. Обыкновенные роботы, да, которые изнашиваются, и им конец приходит. Или это неживое складывается из многих-многих маленьких таких устройств, которые в момент опасности соединяются в единую систему и отражают атаку. То есть уже вот момент комариной стаи, но уже на уровне железа или каких-то искусственных материалов, здесь тоже предвосхищен. То есть есть А, так сказать, все началось с живого. Адам и Ева, там эта история, и все развивалось, допустим, до нас. И мы создали уже что? Очень много станков, которые дальше совершенствуются и делают сами уже продукцию неживую. И вот это неживое вошло в нашу жизнь. И я сфотографировал, ну, это, конечно, не такой красивый снимок, как мне это показалось вживую, видите, вживую. Но я снял, и все-таки вы увидите мои попытки вот восхититься этим естественным наличием А живого и У неживого. И вот то, что неживое тоже красиво, это видно, но оно по-своему красиво. Вот, и в нем меньше перспектив. И вот на нем заканчивается цивилизация, на вот этой второй половине уже неживого. Ну, это не значит, что человека вытеснят, но он будет окружен робототехникой, которая сама себя делает, чинит и так далее. И он превратится, конечно, в некое такое существо паразитарное. Да, вторая половина. Я же вам говорил, что там паразитаризм идет, потому что техника будет делать все за человека. И ему будет только оставаться наслаждаться, но и этим он ускорит свой конец. Вот такая вещь. Почему гибнет цивилизация? Она порождает механизацию, то есть вторую фазу, фазу счастливой жизни. Но это жизнь без усилий, без вот именно активного такого упражнения. Она приходит к исчерпанию. Вот почему цивилизации заканчиваются, что главный как бы субъект цивилизации, человек, он становится паразитом. Ну, конечно, это можно не так сказать, паразит, но все-таки он уже отучился на этой фазе создавать своими руками простые, может быть, вещи, там, сделать дом. Это непростая вещь, конечно, но все-таки относительно технических хитростей это более простая вещь. Он уже этого не делает, за него все делает техника, он уже не имеет навыков, понимаете? Крестьянского строительства, потому что вот именно крестьянское строительство и потом городское, это тоже эти вот два полюса, о которых я сказал. Крестьянское А, городское У. А – это живое, где все делается руками человека. Все, вот он может создать из всего предметы пользования, из природных материалов. И вот городское, где фабрики
уже делают это совершенно на другой основе. И этот автоматизм, эта мертвенность, она показана в рассказах о Генри. Он говорил, что в деревне дорожки все округлые, они не прямые, а в городе все квадратное, под 90 градусов. Это все уже не живое, а как бы механистическое. Вот это У, типичное У. И оно ариев всегда смущало очень. Они же имеют опыт огромный, они прилетели с других планет, у них там есть свои истории, как это все поучительно, что не надо отдаваться этому техническому началу. И вот здесь как раз и нам урок, что вы, пожалуйста, люди, сами делайте все сами. Не перекладывайте ни на других людей, не эксплуатируйте их, ни на автоматы, потому что они окажут вам плохую услугу. Ну, ладно, все, ребятки, на этом мы закончим. В общем, вот такая моя мысль, что всю цикличность можно до цикличности свести, это будет А и У, и, соответственно, первая половина фаз цикла и вторая. Всего доброго, папочка.